смотрите, у меня, в общем-то, тем больше практическая. Я буду касаться того, как изучать Писание в трех разных плоскостях. Личное изучение Писания сегодня, сейчас, завтра буду касаться того, как готовить изучение Библии в группе. И это пригодится. Тут не обязательно быть проповедником, нужно просто обладать какими-то навыками для того, чтобы в группе заставить всех участвовать, думать и так далее. Вот. Ну, группа, может быть, разных размеров, и мы тоже об этом тоже будем говорить, чего избегать, каких вопросов касаться, в чем отличие подхода изучения Библии в маленькой, совсем группе 2-3 человека, и заканчивая там 20 человек. Тоже считается как бы небольшая группа, но есть свои особенности. Вот. И последнее, что я буду говорить, это как готовиться к проповеди. Вот. Я повторюсь еще раз, что не все будут проповедниками, в смысле пасторов, учителей, потому что это Бог делает, Он вставляет евангелистов, пророков, там, пасторами и учителями на дело служения, для того, чтобы всякий человек был готов, Божий, как якобы доброе дело приготовлен, написано. Вот. Но нужно это понимать, и я думаю, что если Господь нам даст возможность этой темы коснуться, если будем живы на третий день, то мы как бы научимся отличать правильный подход к изучению в той или иной, допустим, церкви, потому что мы слышим разные проповеди, видим, может быть, на христианском телевидении какие-то там передачи, которые вызывают вопрос, мы видим каких-то проповедников, которые размахивают руками громко, там кричат, топают, прыгают, и, может быть, почти не открывая Библию, говорят там какие-то, цитируют, в общем-то, кажется, что Божье Слово говорят, и имя Иисуса произносит. Вот. И через то, как проповедник должен готовиться, пастор, не говорю о том, что возникла возможность в поезде проповедовать, не об этом я говорю сейчас. Павел, да, говорит Тимофею, готов будет проповедовать во время, не во время. Это говорю, буду говорить о том, что во время, как учитель, наставник, должен готовиться к чему-то, посвящать себя и так далее. Вот, сейчас насчет личного времени в Боге. 118-й псалом все читали? Мы сегодня весь прочтем. Шутка. 118-й псалом самый длинный. Вот. Кто скажет мне идею, которая вся повторяется в этом псалме в каждом стихе? Слово. Оно может быть в разных формах. Это может быть заповедь твоя, закон твой, устав твой, да? Но везде, в каждом стихе подчеркивается слово. Это псалом, воспевающий главенство слова и его, как бы, применение ко всему в моей жизни. Вот. И там говорится, что уставы твои люблю, законы твои люблю. Я насыщаюсь ими, мои кости, да, моя плоть насыщается твоим словом, Господь, да? Твое слово для меня – это и свет на пути, моей ноге, то есть, как бы, и сама стопа, и путь этот, да, и направление, все это слово твое. Вот, поэтому я сейчас буду говорить о важности того, как подходить к дальнейшему изучению Библии, потому что многим здесь, наверное, больше, чем год во Христе, даже больше, чем месяц во Христе, да? Кто-то из вас, может быть, 5 лет во Христе, может быть, 10, может, 15, может, больше. Вот, и поэтому, наверное, в течение первого года двух большинство успело прочитать Писание. Что делать после первого прочтения? У меня был такой вот не очень положительный опыт, в смысле, пример человека, который к нам в собрание ходил. Вот. И этот человек очень пытливого ума, но пытливого не в очень нужную сторону, как я это вижу. Потому что человек читал всю жизнь очень много литературы. Прямо вот количество книг, которые человек прочитывал за очень короткий период времени, я не знаю, он говорит, ну, эта библиотека сочинская вообще полный отстой, неинтересно там ничего там, ну, в общем-то, выбирать приходится первое из общего количества полного мусора. Я говорю, а где же брать книги? Ну, тогда интернета не было еще, когда об этом речь шла, по крайней мере, такого, как сейчас. Ну, вот источников электронных библиотек тоже не было. Приходилось искать бумажные книги. Самоздат такой там ходил по рукам, значит, такой самоздат, да, постарше поколения. Значит, перепечатки каких-то там запретных и маргинальных поэтов и писателей, какие-то неизвестные произведения классиков тоже ходили. Вот. Люди ищут, люди постоянно хотят наполнять вот разум. Есть неправильный подход у христианина. Например, вот вы почитали Писание, приходите в церковь и слышите там проповедь, и думаете, ну все одно, ну который раз это можно
церковь все читает. Но мы это все же в головах навязло. Особенно, если церковь не читает через всю Библию, а, например, то и дело тематические проповеди, и человек, стоящий за кафедрой, придумывает каждый раз, какая же тема у него в следующий раз будет, и мучается до последнего дня. Вот. У нас есть преимущество в часовне, мы знаем, что в следующий раз будет. Как, хотя в нашем случае, когда я последнее воскресенье отсутствовал, да, никогда никто не знает, что будет в следующее воскресенье. Вот. Но дальше я надеюсь, что будет все в порядке, и будет возвращаться к нормальному течению событий. Вот. Так вот, встречаются двое людей из разных церквей, и один другого спрашивает: ну что у вас сегодня на служении-то было? Он говорит: наш пастор. Динь-дон, динь-дон, одно и то же. Второй отвечает: вам еще повезло, у нашего пастора динь-динь-динь-динь-динь-динь. У вас хоть какое-то разнообразие. Так вот, есть такой как бы нездоровый, может быть, голод, когда человек недовольствуется словом просто потому, что он не знает, что с ним делать. Потому что он ее прочитал, в общих чертах понял, о чем он говорит. Может быть, пользовался каким-то, на первых порах, планом чтения Писания, и он исчерпал, скажем так, все, что можно было. Он нет-нет, найдет где-то какую-то изюминку, какую-то книгу, какую-то проповедь, пастор что-то рекомендует почитать. Он почитает из этого, посмотрит какое-то кино. То есть какая-то вот есть какая-то такая иллюзия движения. Вот, и поэтому есть огромное уже, я считаю, вот я, будучи одним из представителей первой волны христиан после распада Советского Союза, вижу нужду, потому что церковь старших поколений, я считаю, отношу себя к старшему поколению христиан в России, постсоветской, мы несем ответственность за следующее поколение, потому что мы им должны передать то, чему нас Бог научил. А для этого надо уметь и знать, как объяснить, как показать. Буквально вчера мы с Димой, пастором из Калуги, разговаривали дома у нас на кухне о том, что есть разрыв, который нужно обязательно пересечь между старшим поколением христиан и младшим поколением христиан. В контексте того, о чем я сейчас буду говорить, это обогащение духовной жизни уже зрелого христианина через познание Писания. Потому что, поверьте мне, даже 20, и 30, и 40 лет спустя во Христе, даже больше, в Библии всегда будет то, что будет нам говорить. Это будет говорить глубже, чем когда-либо. Это будут одни и те же вещи, которые мы будем видеть фактологически, да? То есть в смысле повествования, имен людей, географических названий. Это все очень важно, о чем говорит Дима. Знание контекста исторического, там, географического, религиозного – это очень важная вещь. Вот. Но для нас мало знать просто факты и имена, даты какие-то, хронологические события. Можно удариться в эту, в науку можно удариться, из этого сделать целую систему, да, и этим гордиться. Но я думаю, не к этому Бог зовет. Не просто к знанию теоретическому. Вот лично в моей жизни, да, как у каждого, наверное, есть вот такие вот периоды в жизни с Богом. Я, может, виду не подаю, но я тоже прохожу через пустыню в своей жизни где-то. Я понимаю, что я обязан что-то давать, я поставлен на служение, я должен быть в этом быть верным. Но у меня в личной жизни есть какая-то прогрессия, где-то да, ниже, выше, лучше, хуже. Вот. И я думаю, что есть способы улучшить личную духовную жизнь, и это начинается со слова. Начинается с молитвы, с ежедневного слова. К сожалению, приходится убеждать взрослых христиан: давайте, братья и сестры, будем читать все-таки Слово Божие. Давайте будем его, им насыщаться, кушать его будем каждый день. Будем уделять этому время. Будем вечером, когда тебе удобно, но уделяй этому время. Ты говоришь: нет, мы нужно только утром рано с утра. Я рано с утра вообще практически ничего не соображаю. Вот. И у меня самое продуктивное время – это поздно, когда все легли спать. Вот. Это разное время может быть. Для размышлений с не такого качественного времени, когда не раздается звонок, тебя никто не будет по вайберу, там не пишет тебе в фейсбуке, не отвлекаешься ни на что. Это время, когда только ты и Бог. Кто из вас переживал когда-нибудь такое вот классное Божье присутствие, когда вот больше ничего не надо? Вот лишь бы ты продолжился, хотя бы немножко, это вот ощущение Божьего присутствия, когда все твое существо сейчас наполняется, тебе хорошо, тебе по барабану, что там было, что будет вот здесь и сейчас, Бог и ты. И слово открывается, ты прям его кушаешь. Это такие драгоценные моменты, которых, к сожалению, в нашей жизни не очень много. Вот. Но я думаю, что есть способ, которым можно участить эти случаи Божьего проявления в нашей жизни. Потому что Бог хочет такого общения с нами, правда? Это мы как-то удаляемся, боимся, может быть, надо этого присутствовать. Может, Бог нас обличает в каких-то вещах. И ранимость перед Богом – это состояние, которое надо поддерживать. Это довольно тяжело.
Когда мы устаем, нам не хочется, ой, сейчас еще Бог меня изранит, а потом излечит. Сердце мое устало сегодня, мне и так сегодня все достали. Господи, я просто помолюсь, хорошо? Господи, окей, помолюсь, как вот сейчас почитаю слово, просто как вот оставлю галочку, что сегодня Божье слово, твое слово, я прочитал, а дальше уже извини, как бы, ну, давай завтра. Так вот, есть очень интересный момент в моей личной практике чтения Слова Божьего. Конечно, индуктивный метод прежде всего. Но наблюдение, это вот, о чем Дима сказал, первый этап, да, оно как-то в какой-то момент себя исчерпывает в смысле в личного изучения, потому что ты как бы уже много лет читаешь Писание, ты знаешь, что там дальше будет, то с кем разговаривать, где это происходит. Тебе нужно искать теперь не столько толкование, потому что теологически ты тоже понял, расставил точки над «и», перечеркнул все буквы «т», так далее. И ты, ну, где начало, где конец, как правильно аргумент построить, и ты в голове сам с собой разговариваешь, а вот это вот я так вот, теперь в следующий раз с свидетелями Бога я вот это скажу. Это не то немножко, о чем Бог говорит. И вот у меня в личном изучении больше на применение, на откровение лично к моим сейчас обстоятельствам. Я делаю акцент. Поэтому читаю Писание, отрывок, и я должен отдать свою долю уважения, признания планам чтения Библии. Когда вы читаете часть Ветхого Завета, там, допустим, что-то из закона, из псалмов или из притч, часто читаете из Нового Завета, но я так не могу читать. Я пробовал, не очень работает у меня, потому что когда я читаю это, мне как будто я несколько фильмов сразу одновременно смотрю. Может быть, женщины могут помнить, сразу несколько сюжетов в голове держать, и кто в себе был, но у меня, честно говоря, Санта-Барбара вот это вот. Я вообще не помню, что где было, и кто куда, потом я начинаю путаться, я не могу так. Поэтому я беру какую-то одну книгу, читаю всю подряд, из Ветхого Завета, например, потом перемещаюсь в Новый Завет, там прочитываю подряд. То есть это мне помогает сконцентрироваться именно на этой книге. Не хочу скакать, так я устрою. Может быть, для вас удобно, с чтением библейским там планом пользоваться, ну, дай Бог вам здоровья и все такое. И я для себя вот подметил, даже не я подметил, а моя Юля и жена моя подметила. Я однажды просто вечером перед сном читаю. У меня зрение как бы немножко упало с возрастом. Я купил для себя телефон с большим экраном, и на ней есть три варианта Библии с разными переводами. Я читаю, например, а потом сам незаметно для себя, прочитав главу, я снова сначала возвращаюсь. И снова я читаю. Потом опять возвращаюсь, потом читаю, опять читаю. И так несколько раз, я даже не знаю сколько раз, одну и ту же главу. Не знаю, не заметил, не замечал как бы такой странности за собой. Юрий меня спрашивает, ты одно и то же читаешь? Несколько раз. А зачем? Вот. Я стал думать, зачем. И я вывел из этого целую систему впоследствии. И когда мы собираемся по средам вечером, когда у нас есть возможность, я как бы пытаюсь передать это дальше. Братьям, сестрам, кто собирается со мной вместе. Метод такой. Запишите для себя, мы сейчас возьмем один небольшой отрывочек. В чем этот метод состоит? Он тоже индуктивный, но я расскажу, в чем его фишка, вот эта вот особенность. Вы берете свою любимую записную книжку, тетрадку, в которую вы пишете откровения от Бога, фиксируете. Вот. И если заметили, вы посмотрите мою Библию, которая у меня есть. У нее практически нет полей и нету параллельных мест. Вообще. Я специально искал такую Библию, потому что параллельные места меня немножко смущают. Вот это деление на тематические отрывки тоже немножко смущает. Иногда в некоторых синодальных, да, Библиях смотришь, там вверху краткое содержание всей главы содержится. Думаешь, а, это неинтересно. Как-то вот не люблю эти вещи, напоминают мне сериалы некоторые. Поэтому степенность, вот эта вот неторопливость в чтении Писания, она как-то вот... Как будто тебе пережеванную пищу положили на тарелку, ты такой, вот. И меня однажды познакомили с манускриптным, так называемым, методом чтения Библии, когда распечатывается отрывок без всяких стихов, номеров, деления на главы. Он берется целиком тематически, ситуативно объединенный смыслом отрывок. Ты его весь читаешь, там нет ни стихов, никаких правильных мест, просто текст. Ты думаешь, а, как необычно. Там нет никаких абзацев никаких. И ты читаешь подряд, начинаешь думать, глянь-ка ты, оказывается, эти вот вещи, как стихи, главы, они все равно формируют, да, некоторое восприятие.
некая последовательность, этот вот поток мысли прерывается этими цифрами стихов. И там, ну, как-то непонятно зачем, да, ну, для чего это сделано, но я считаю, что иногда полезно просто смотреть на текст сплошняком, как он идет. Вот. И берете этот листочек бумаги, и в этом листочке бумаги должно быть 4 секции, которые можно спрятать. Для себя сами придумайте, как это сделать, да, плавка будет, листочек бумаги будет. Читайте отрывочек один раз. После первого прочтения, да, берете, записывайте все, что вам сейчас попалось на глаза, в уме, в сердце, что-то колыхнулось при прочтении. Прочитали, записали. Заворачиваете эту часть или закрываете, читаете этот же отрывок еще раз. Да, прочитав, во втором кусочке пишете, что на этот раз открылось. Кажется банально. Но поверьте мне, что после четвертого прочтения вы обнаружите гораздо больше, что при первом мы просто не заметили. И когда мы читаем по плану, мы прочитываем, поставили галочку, прочитал, следующий отрывок. Но у нас недостаточно времени для размышления, для вот именно переваривания того, что мы сейчас только что переживали. И хороший пример – это корова, да, вообще любое жвачное животное, которое набьет сначала живот, а потом целый день отрыгивает, переживает снова свою пищу. Но это размышление, это образ того, что происходит с тобой, когда ты насытился словом, потом целый день ходишь в размышления. Вот скажите, пожалуйста, когда вы просто прочитали отрывок, без ручки и карандаша, там, да, и записной книжки, в течение дня, насколько часто вы вспоминаете о том, что вы читали утром? Так, из практики. Не очень часто. Если зацепило. А так ведь хочешь, чтобы каждый раз цепляло ведь. Что сделать, да, чтобы откопать? Да? И в притче там есть образ такой, как человек ищет сокровищ. Мы читаем о том, что ты должен приобретать мудрость все своим имением, все своим богатством, покупать знания. Да? Вот эта настойчивость в том, что ты хочешь увидеть, от Бога услышать, должна обязательно присутствовать в течение Писания. Это поддерживает человека духовно. 25 лет спустя, может ли человек для Бога гореть, как в первые недели своей жизни Бога? Может ли? Возможно ли это? Как это достичь? Со временем угасает это вот пламя. Куда-то девается, чем-то заменяется в жизни, правда ведь? Чем подпитывает? А вспомните, ну, читаем в послании к Ефесской церкви, книга Откровения, 2 главе, из первых стихов. Да? Бог говорит, имей против тебя то, что ты оставил первую любовь. Итак, покаяться, вспомни, откуда ты не спал, и возвращайся, и что сделай? Твори прежние дела. То есть ты должен вспомнить, что в простоте это было. Ты действительно всем сердцем желал, искал, ты стремился понять, ты выкапывал. Для тебя это было как вновь. А для того, чтобы как вновь, нужно прочитать неоднократно, потому что замыливается. Заходишь в парфюмерную лавку, да, в парфюмерный отдел, там запахов море, а потом понюхаешь 2-3, и все запахи на одно лицо просто. Правда ведь? Поэтому, когда мы прочитываем и углубляемся еще, еще, еще. И это помогает нам действительно сконцентрироваться на том, что мы сейчас читаем. И ручка или карандаш помогают нам фиксировать. Не просто механическое прочтение. Не дай Бог просто 4-5 раз прочитать просто так, не запоминая ничего. Фиксируйте то, что Бог говорит. Это обогащает. Это превращает ваш разум, ум в инструмент. Теперь смотрите. Допустим, вы дома. Все спят ночью. И вам нужно из одной комнаты в другую пройти. Если вы в чужом доме, вы обязательно что-нибудь наткнетесь в темноте. Вам нужен фонарь. Так ведь? Вы впервые там пробиваете себе голову между предметов этих диванов, кроватей. Вот, и вы доходите до туалета, а в туалете вы там гремите, потому что там вы не привыкли, потому что это вот здесь стоит, это вот здесь стоит. Вот вы не, ну, как слон в посудной лавке. Возвращаетесь тоже назад, тем более еще хуже, чем в туалет. Если в туалет возвращаетесь из яркого помещения, в темноту ты вообще идешь. У меня был случай один, когда дома у друзей не заметил дверь. Причем не заметил, интересно. Я шел вот так. Дверь оказалась прямо вот так. Я вот шмякнулся со всей силы в дверь. Вот. Ничто так не бодрит с утра, как незамеченный косяк. И вот этот момент, когда ты не ориентируешься, да, в новом месте, это то же самое, когда ты это один раз прочитал, пытаясь там что-то понять. Когда ты читаешь несколько раз, это как в темноте ходить по собственной квартире. Ты знаешь, что где лежит, ты прекрасно дойдешь, куда хотел. Даже с закрытыми глазами.
Вот этот отрывок, представьте, это как дом, как квартира, в которую вы прошли, вы узнали, что где лежит, и вы спокойно можете закрыть теперь Писание, и у вас в голове этот вот осело, вы видите эти вещи закрытыми глазами, и вы начинаете думать, представлять, визуализировать. Это очень классно. Как Спанч Боб. Добрый день! Это воображение, это классный инструмент, который только нам Бог дал. Видите, смотрите, вот мы с Томом пока вот ездили, разговаривали насчет того, что способность абстрактно мыслить, представлять что-то, визуализировать, есть только у человека. Этот инструмент, который уникален для нас, и мы, к сожалению, им не пользуемся. Вспомните, вот, допустим, первый раз вы прочитали Евангелие и приехали там, к своим родным, они не знали, что вы уверовали, а вы рассказываете им о том, как вы уверовали, начинаете рассказывать евангельскую историю. Вам родственники говорят, ты рассказываешь так, как будто ты там был, как будто всех лишних знаешь, прям в лицо, по имени, прям среди гуще событий был. Бывало такое, что вы пересказываете без какой-то сюжет, как если бы вы там прям были? Так почему? Потому что вы включили свое воображение, вы знаете, что это было реально, потому что Божье Слово говорит, оно вас касается, обличает, там, поддерживает, да, утешает, исцеляет. Это все потому, что вы вникаете. Нельзя остывать к Божьему Слову. Это огромная драгоценность. Дима тоже говорил, что он донесено до нас прямо вот так вот бережно. Теперь откроем отрывочек из 8 главы Деяний и проведем эксперимент с вами. Прямо в 8 главе с 26 стиха. Я прочитаю его. У нас нет времени, к сожалению, 4 раза читать и размышлять, и записывать. Но возьмите этот отрывок для себя на сегодняшний вечер, когда вы пойдете там спать перед сном. Возьмите и прочитайте. Я сейчас прочитаю один раз его. И вы возьмите за модель, да, и запишите первые свои впечатления, самые яркие из этого отрывка. Закрыв Библию, из того, что запомнилось, вы запишите себе в записочке. Хорошо? Итак, я читаю первый раз. Это первый, как говорят. А Филиппу ангел Господний сказал, встань и иди на юг, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которую пустая. У вас в синодальном переводе на полдень, да, написано? Полдень – это юг. Он встал и пошел. И вот один эфиоп, евнух, вельможа Кандаки, царица эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Вдруг сказал Филиппу, подойди и пристань к этой колеснице. Филипп подошел, услышав, что он читает пророка Исаию, и сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было это. Как овца ведён был на заклание, и как агнец, предстригущий его, безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но рот его кто разъяснит? Ибо забирается от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком это пророк говорит, о себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои, начав от этого места Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему, если веруешь, от всего сердца можно. Он сказал, в ответ верую, что Иисус Христос Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте, в одном из филистимских городов, и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Все, давайте закроем Библию на этом месте, чтобы не подглядывать. И вот прям вот давайте, первое, кто там... Вспомнит, что самое яркое, важное из этого отрывка вы уловили для себя. Скажите вслух. Дух Господень сказал Филиппу. Пускай не сказал, ну классно. История интересная. Нет, самое главное, что... Что именно? Пока я всю историю из первого рассказа видел. Всю историю, как он идиот, представил себе колесницу. Просто вот фильм. Пока посмотрел фильм, вот, не вникая глубоко во все эти вещи. Это подожду на второй раз. Классно, ты да, давай.
Нет, ну, на самом деле, Диоклетиан даже не уточнил, знает ли он вообще об этих писаниях, кто он такой. Тут просто его пригласил и говорит, давай, рассказывай. Не уточняя никаких вопросов. Просто вот так Дух Господень не работает, то есть и он и для посланника этого, которого Дух вел, и через самого, который ехал, хотел разуметь Слово Божие. Еще есть? Ну, первое послушание Филиппа Духу Святому, а второе, как бы, пример о крещении. Угу. Как можно, как нужно. Чувствую, самое крутое, это то, что он вознесся. Вот видите, как, да, разное. Это вообще впечатляет. Еще кто что увидел? Это, конечно. Ну, сама ситуация, что он был на пустой дороге один, и он хотел что-то узнать, и Бог посылает Филиппа, Бог в свое время, то есть даже если человек хочет знать, Бог все равно ответит. И в нашей жизни тоже мы должны быть готовы к тому, что попадется человек, который скажет, объясни, раз ты знаешь, и мы должны быть готовы. Причем я вам сделал немножко небольшое вот незамечание, такую пометочку на полях, что Дух ему говорит, иди на пустую заброшенную дорогу. Это надо поверить. Но... Которую никто не ездит уже. На все растрескалась, поросла травой, никто не ездит. Пустая дорога, Филипп идет туда, куда ему Бог сказал. Такие маленькие детальки, которые открываются при повторном, третьем, четвертом чтении, будете цепко замечать такие вещи, потому что это очень важно потом в практике, да? Еще? Как сидеть дождал, пояснить. Ну, на самом деле, колесница используется не только для битвы, а еще для... И Енов-то не один ехал. Он же такое высокопоставленное лицо, да? И мы знаем, что у него там слуги были, возничий был, не сам он там управлял ей. Как колесница была, скорее всего, не просто, которую стоишь, а едешь, сидишь. Я имею в виду этот момент, когда он пешком догнал ее, она же все-таки быстрее, чем... Ну, наверное, на перерез. А, ну, пошел. Не догнал, а навстречу пришел. Интересно, с чьих слов Павел написал это? Лука. Просто таким методом... Просто с чьих слов. Телеляпы выискиваются. Ну вот, с чьих слов, это тоже интересный вопрос. Вот я вас принуждаю, призываю к тому, чтобы настойчиво увещевать, чтобы вы взяли этот отрывочек, он очень яркий, в нем очень много всяких вещей. На первый взгляд, может быть, вот какая-то одна вещь вам запала, да? Давайте мы его в течение этих трех дней возьмем за основу. И сегодня вы его начнете читать. И потом, поверьте мне, я вам завтра буду говорить о том, как в группе его обсуждать, этот отрывок. И в понедельник будем говорить о том, как на основании этого отрывка можно построить проповедь. На что опираться, на что обратить внимание, что можно не брать и так далее. Поэтому с предвкушением вот таким мы будем открывать Божье Слово всего лишь на одном отрывочке из нескольких стихов. Вы увидите пример, насколько богато, да, чтение Божьего Слова, даже для тех, кто уже умудрен годами духовного и духовной жизни, хождения в церковь, уже там все эти подробности знает событийно. Но вот то, что говорил Дима, тоже очень важный контекст. Про Экклесиаст он говорил, да, про Иов он говорил, то, как нужно неправильно толковать. Вот. В этом отрывке мы пока не касаемся контекста никакого. Это придет позже, к подготовке к группе, к подготовке к этому, к изучению Писания в церкви, потому что сейчас мы говорим о личном изучении для себя. Да? Мы знаем, что информация важна, что лично для себя вы из этого отрывка будете вытаскивать, что сейчас для вас является зерном актуальным, на сегодняшние вопросы отвечает. Это очень-очень важно. Если вы, читая Слово Божие, каждый день не выискиваете для себя то, что говорит Слово сейчас, вы зря читали. Может быть, на завтра читали, может, на вчера читали, но я верю в то, что Бог говорит сейчас. Вы верите в это, что Он говорит сейчас? И говорит причем так, что тебе в сердце говорит. Если ты не чувствуешь утешения или обличения какого-то, да, если тебе Бог не поворачивает вот сегодняшней стороной, то, наверное, надо продолжать искать дальше. Иначе чтение Писания превратится в очень скучную вещь. Ну, просто, ну и что, он прочитал, ну, это вот я начал с того, что был не очень положительный пример в жизни в церкви, когда был человек, который стал приходить, прочитал Библию в течение первого, там, полутора лет, а потом подходил к библиотечному столу, находил книги наиболее интересные, их все прочитал.
потом прочитал все, которые не очень интересны в библиотеке, потом стал искать где-то еще у кого-то спрашивать, стал читать около христианские книги, потом стал читать не христианские книги опять. И в итоге разочаровался человек и говорит, а мне ничего нового нет. Он искал количественно, этот человек. Он искал где-то вот, да, острых ощущений на поверхности. Что делает мудрый человек, когда строит дом? Фундамент закладывает. Углубляется. Углубляет. Самый дорогой цикл в строительстве какой? Фундамент. Нулевой, земляной цикл, самый дорогой всегда. Вот. Потому что от этого зависит все. Какой высоты будет здание, как оно будет прямо стоять, насколько долго оно простоит, правда ведь? Вот земляной этот нулевой цикл самый-самый дорогой. Поэтому для нас, для того, чтобы устроить красивые здания под замечательной крышей, с массой витражей, окон и крылечек всяких там, да, это все финтифлюшки. Как бы, если основания не будет, это все просто рухнет в один момент. От малейшего толчка. Поэтому именно углубление в то, на чем ты уже стоишь. Павел Апостол говорит 1 Коринфянам, в 3 главе, что нет основания иного, кроме положенного, которое есть Христос Иисус. Но каждый смотрит, кто на этом основании из чего строит. Но для того, чтобы правильно построить, нужно углубляться во Христа, укореняясь в Нем, да, и чтобы Слово Божие обильно в нас вселялось. Обильно не количественно, так что ты налился, потом нести живот не можешь, да? Качественная еда, правильное питание, оно дает человеку вот необходимые вещества. Да, вообще в диете существует 4 пищевых группы, необходимых для здоровья человека. Знаете, там у них жиры, белки, углеводы, витамины. Вот. Это все в духовной жизни должно быть. Поэтому читай Писание, неважно. Левиты вы читаете. О, Левит! Ну, Левит, это такая книга, в которой, в принципе, можно обзор на одно служение пройти. Вы не поверите, что вот когда мы впервые проходили Левит вместе с церковью, сколько мы интересно там откопали для себя. И мы не бежали по 10 глав за раз. Пытались как-то вникнуть в то, что Бог говорит. Хотя это относится к священникам Ветхого Завета, это какие-то там эти прыщи, волоски на этих язвочках на коже, там сколько чего надо туда перелить, там, чтобы вот чернила смыть водой. Дайте жене выпить, чтобы выяснить, она же верна тебе или нет. То есть как бы думаешь, господи, что это за черная магия? На самом деле, Божье слово же его действенно. И острее всякого меча обоюду острого. Даже через чтение Левита и других вещей мы понимаем, что оно задумано для нас. Оно все боговдохновенно и все полезно для научения, без исключения. Я знаю пасторов, которые мне в лицо говорили, я никогда в жизни не открою книгу Откровения. Никогда в жизни, я ее вообще не понимаю, я боюсь этой книги. Я говорю, слово Откровение по-гречески апокалипсис. Апокалипсис значит открытие того, что было раньше закрыто. И Бог говорит в первой главе Откровения, блажен читающий и слушающий, исполняющий написанное в Тегесее. Я говорю, это единственная книга, в которой содержатся явно выраженные благословения. Чего в ней бояться? Она для нас написана. Это книга для радости, для благословения, для поощрения, для ободрения всех нас. Все Божье Слово. Нет книги, которая, песни, ее в церкви читать все, в церкви нельзя. Жену с мужьями, при свечах. Поверьте мне. Там настолько духовно много вот этого тоже, да, я могу бесконечно говорить, на самом деле, в том, что каждая книга внутри этой книги, это Божье сокровище, донесенное до нас жизнью, кровью, страданиями многих-многих людей. Это все здесь не случайно оказалось. Правда ведь? Поэтому лично, вот пока не добьетесь от Бога какого-то откровения, не отступайте, продолжайте читать, размышлять. И даже если у вас немного времени перед рабочим днем с утра или вечером вы устали, прочтите, запишите. Вернитесь к этому еще раз. Не надо торопиться, бежать вперед. Прочитайте этот же отрывок завтра еще раз. Поверьте мне, на этот слой второй ляжет еще. Да? Новый слойный тортик такой вкусный ожидает, правда? А сверху вишенка, откровение будет обязательно. Размышления. Смакование Божьего Слова. Оно классное, вкусное. Я вот люблю его кушать и вам того же желаю. Давайте помолимся. И перик будет. Дорогой Господь,
Внимание, чтобы огонь, пламя любви к тебе, первой любви, не угасал у нас, несмотря на то, сколько лет мы уже с тобой ходим и насколько хорошо мы знаем то, что говорит твое слово. Молюсь о том, чтобы твои откровения продолжали приходить к нам, продолжали обновлять нас. Твое слово для нас – пища с небес, хлеб твой, и для нас – питье, Господь, и жизнь. Петр сказал, что у тебя глаголы, действующее слово вечной жизни. Слава тебе, Господь, за то, что ты здесь и сейчас желаешь говорить с каждым из нас. Есть просто вещи, которые нам препятствуют тебя слышать, и, может быть, что-то мешает в личной жизни, может, какой-то грех завелся, какая-то нечестность у нас есть, может быть, у нас отношения с людьми плохо строятся, мы не прощаем кого-то, и поэтому, молясь, мы не слышим ответа. Господь, испытывай нас через Твое Слово, пускай оно, как обоюдоострый меч, проникает до разделения составов мозгов, души и духа, и судит помышления сердца, Господь. Молясь, чтобы оно продолжало работать, открываться и оживать внутри нас и для нас, и чтобы мы жили, просто горели от того, что вот оно нас заряжает, Твое Слово, наполняет силой на новый день. Благослови, Господь, остатка этого дня, и все, что мы сегодня будем еще слушать и изучать во имя Иисуса Христа. Аминь.